Привет, на связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу о новом интересном проекте. Он нужен для прокачки вашего Instagram-аккаунта. Здесь интересный маркетинг-план. Он такой, скажем, и линейный, и, соответственно, шахматный. Вот, если перейти на проект, да, то есть здесь вы можете почитать, что это за проект, можно присоединиться. Я сейчас еще не зарегистрировался, я только делаю обзор. Деньги здесь не держатся в компании, да, то есть они идут сразу, выплаты идут на кошельки участников. Да, то есть, минуя компанию, это очень важно, да, потому что вы моментально получаете вознаграждение, так как проект работает на блокчейне. Здесь можно посмотреть маркетинг-план. Шахматные лиды и линейные модели участия в программе осуществляются сразу после активации аккаунта. Всего 200 рублей в месяц. То есть, по сути, вы платите 200 рублей в месяц за то, чтобы активировать аккаунт. Эта сумма, в принципе, ну, для каждого доступна. И в первую эта сумма переводится напрямую на кошелек пригласившего участника согласно шахматной модели маркетинга. Как работает шахматная модель? Давайте перейдем. Ваш куратор, вот, например, вы, и вы видите здесь по партнерам, то есть первый партнер, второй партнер, третий партнер. Соответственно, мы получаем с этого 350 рублей. То есть в первый месяц активации распределения средств идет по шахматному маркетингу. Каждый третий партнер, который активируется, платит куратору выше и так до пятой линии. В последующие месяцы эти партнеры возвращаются к вам. То есть получается, что первые два партнера вы получаете с них выплату, а третий партнер, когда оплачивает, соответственно, эти деньги идут куратору. То есть вот таким вот образом все это распределяется. Ну и, соответственно, я так понимаю, дальше, когда вы выстраиваете первый, второй, третий, ну, грубо говоря, вот таким вот образом все это идет вверх. А потом, на следующий месяц, это распределяется, то есть эти партнеры переходят вам. Как работает линейная модель, давайте посмотрим. Допустим, ваш куратор 4 уровня, ваш куратор 3 уровня, куратор 2 уровня, куратор 1 уровня. То есть и, грубо говоря, я. Вы, да, так скажем. И когда человек платит 200 рублей, соответственно, на следующий месяц, да, то вы получаете от всех уже партнеров 75 рублей, от куратора, куратор первого уровня, то есть вышестоящий партнер, получает 30 рублей, 15, 15 и 40. Вот, в принципе, такие доходы. Да, в принципе, они не такие большие, но если у вас будет нормальная команда, то вы будете получать неплохие деньги. То есть, начиная со второго месяца, средства распределяются на 5 уровней между кураторами. То есть, если первый месяц – это шахматный маркетинг, то есть, каждый третий партнер платит вышестоящему, так скажем, над вами, то есть, ваш третий партнер, от него уходят деньги наверх, так скажем, да, по маркетингу, то на следующий месяц это уже будет линейка, и, соответственно, по линейке вы получаете, ну, практически, если стоимость 200 рублей, то есть, около 40%. Ну, и в глубину, как вы видите, на 5 уровней. То есть, если мы посчитаем, здесь 30, 70, 100, то есть 175 рублей. 25 рублей себе берет сервис для раскрутки. Итак, давайте зарегистрируемся. Сейчас мы зайдем так о проекте и нажимаем присоединиться. То есть, я присоединяюсь прямо сейчас, грубо говоря. Так. Получите, так, продвигая свой аккаунт. Почему-то не получается присоединиться. Ага, вопросы и приложения по работе сервиса. Так, ну давайте в кабинет зайдем. Вход в аккаунт. Авторизируемся через Instagram, соответственно. Здесь регистрация достаточно простая. Вот, что нужно сделать, да, то есть для того, чтобы перед активацией вашей платформы подпишитесь к вышестоящим спонсорам, средства будут автоматически распределены согласно маркетинг-плану. Подписываемся. Подписаться в ответ. Вот, и то же самое, соответственно, у вас будет. Подписываемся. Кстати, они уже, эти люди, на меня подписаны.
Так, здесь выполнено, видите, да, подписываемся дальше. В принципе, как вы видите, люди такие нормальные попадаются, да, то есть те, кто развивает аккаунты, то есть это реальные люди. Подписываемся. Соответственно, здесь тоже подписываемся. Ну, здесь одна публикация, 137 подписчиков. Ну, посмотрим. Давайте дальше. Выполнено. И здесь тоже выполнено, получается. Здесь подписываемся. Все. Дальше мы просто переходим к оплате. Для того, чтобы мы сами лично появились в этом, так скажем, слоте, да, то есть, чтобы на нас тоже в дальнейшем подписывались. Я оплачиваю, соответственно, с Payeer кошелька, да, то есть, тут оплата идет с Payeer кошелька, нажимаю подтвердить. Давайте зайдем 94233, нажимаем далее. И нажимаем подтвердить. Все, проверка оплаты и активация аккаунта. Все, укажите ваш номер кошелька Payeer. Это, по-моему, мой. Сейчас посмотрим. То есть деньги будут сразу же зачисляться на ваш кошелек. Давайте еще раз я скопирую его. Так, где у нас InstaFlow? Ну да, в принципе, этого сохраняем. И у нас появляется, соответственно, наши партнерские ссылки. Ваша партнерская ссылка. Есть вот такая, есть, соответственно, вот такая, и есть рекламные материалы. Здесь вы также будете, с помощью данного инструмента, ваше объявление увидят все участники сервиса и каждый посетитель сайта на главной странице. То есть здесь можно давать свое объявление, но об этом я чуть позже запишу видео. Здесь вы будете видеть, сколько подписчиков за сегодня, за все время, за сколько партнеров за сегодня, за все время, переходы по ссылке и так далее. В общем, я копирую сейчас вот эту вот ссылочку партнерскую и оставлю ее под видео. Если вам интересен такой проект, если вы хотите прокачать свой Instagram-аккаунт, опять же, как его прокачивать, да, то есть вы сначала оформите страницу нормально, добавьте какую-то ссылку в шапку на проект хотя бы, да, то есть с хорошим описанием и так далее. Вот. Ну, либо просто можете рекламировать и зарабатывать на этом деньги. На этом все, друзья. Ссылочка на данный проект будет находиться ниже данного видео. Чуть позже я, соответственно, запишу полноценный курс по InstaFlow, да, то есть, ну, в принципе, что тут записывать, здесь и так все понятно. Вот, проект достаточно интересный. В общем, ждите от меня следующих видео. Всем пока!